просил передать, что вчера вечером он ждал вашего звонка. Заходите. И Плейшнер зашел в квартиру. Хотя он не имел права этого делать, не дождавшись отзыва. Странно, я был дома, видимо, он перепутал номер. Это была уже вторая его ошибка. Ну? Как он там? Вот. Тут все сказано. Простите, пожалуйста, вы тут располагайтесь, раздевайтесь, я сейчас. Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером шутку. Явочная квартира советского разведчика была провалена фашистами. И сейчас здесь ждали гостей. Первым гостем оказался связной Штирлица, профессор Плейшнер. Это нужно срочно передать в наше посольство. Возьмите ключи от черного хода. Да без шума не забудьте наши двери скрепить. Передайте нашему посольству, чтобы организовали наблюдение за этим типом. Я его постараюсь задержать и разговорить. Он дилетант. Его, видимо, используют. Я его расшевелю. Действуйте. Нет, погода у нас стоит хорошая, если не дует фен. Ну, а как вы там? Как себя чувствует шеф? Здоров? Да, все в порядке. Хотите кофе? Ну, спасибо, с удовольствием. Вы устроились хорошо? Да, вполне. У вас надежная крыша. А я живу на втором этаже. Такого в Германии нет. Эти сволочи поют народ бурдой. А здесь продают настоящий бразильский. Да. Такой кофе я не пил лет 10. Забытый вкус. Греки научили меня запивать крепкий кофе холодной водой. Хотите попробовать? Я ни разу не пил кофе с холодной водой. Это занятно. Контраст температуры и вкуса создает особое ощущение. И меньше нагрузка на сердце. Да, очень интересно.
А что он просил мне передать на словах? Что? На словах, что он просил мне передать? Ничего, только ампулу. Странно. Почему? А я думал, что он скажет мне, когда его ждать. Нет, он мне ничего не говорит. Между прочим, я забыл вас спросить, быть может, вы голодны? О, нет, я плотно позавтракал. Как у вас с деньгами? Спасибо, на первое время есть. Если вам понадобятся деньги, приходите ко мне. Много, конечно, я вам не дам, но для того, чтобы как-то поддержать себя, всегда найдутся крохи. Спасибо. Кстати, вы смотрели «Хвоста»? Не было? «Хвоста»? Это что, слежка? Да. Знаете, я как-то не обращал внимания. Вот это неразумно. Это очень неразумно. Он разве не проинструктировал вас насчет этого? Нет, конечно, не инструктировал. Но, знаете, за многие годы, тем более после концлагеря, я впервые почувствовал себя на свободе и, знаете, как-то опьянел. Спасибо, что вы напомнили мне об этом. Об этом никогда нельзя забывать. Есть хитрая полиция. Очень хитрая полиция. Так, у вас ко мне больше ничего? У меня? Нет, ничего. Давайте ваш паспорт. Да, но он сказал, чтобы я паспорт держал всегда при себе. Он говорил вам, что теперь вы поступите в мое распоряжение? Нет. Хотя правильно, это в шифровке, которую вы мне передали. Мы подумаем, как правильнее построить дело. Вы сейчас... Вернусь в отель, лягу в кровать и буду отсыпаться. Нет, я имею в виду ваша работа. Не, сначала отсыпаться, знаете, я мечтал поспать и день, и два, и три, а уж потом взяться за работу. Все мои рукописи я оставил в Берлине. Но, впрочем, я помню все свои работы. Почти наизусть. Послезавтра в 2 часа придете за ним. Мы сами сделаем регистрацию в шведском консульстве. Хорошо. Точнее сказать, стараемся сделать. Шведы ведут себя омерзительно. Чем дальше, тем наглее. Кто? Кто? Шведы. В каждом проехавшем через Германию видят агента нацистов. Им не важно, какой ты немец. Патриот, сражающийся с Гитлером, или же ищейка из Гестапо. Поэтому приходится быть очень осторожным. Вы знаете, он мне не говорил, что я должен регистрироваться в консульстве. Это все в шифровке. Хотите еще кофе? О, нет, спасибо, благодарю вас. Кофе действительно был прекрасен. С холодной водой, тем более. Вы уже сообщили ему о том, что благополучно устроились? Или хотите, чтобы это сделал я? Я думаю, это вы сделаете через своих товарищей. Да, я это сделаю через товарищей, а вы со своей стороны проинформируете и не откладывайте. Я хотел это сделать сегодня же, но у меня... Я не мог найти почтовые марки, которые я должен приклеить на открытку. А. Послезавтра я приготовлю для вас нужную марку, если ее нет в продаже. Угу. Что там должно быть?